травяная рассада мальвы мускусной позволит вырастить очень нарядное растение, которое станет настоящим украшением сада. В первый год формируется прикорневая розетка, а на второй появляются опушенные стебли высотой около 70-80 см. На них распускаются белые или розоватые махровые цветы, которые долго сохраняют свою декоративность. Чтобы создать для мальвы подходящие условия, необходимо выбрать хорошо освещенный участок. При этом нужно учесть, что место посадки должно быть защищено от ветра и сквозняков. Почва необходима рыхлая и плодородная. Растение нуждается в регулярных поливах. Мальва мускусная это травянистый высотой 50-100 см. Цветет растение в месяц июнь-июль-август. Окраска цветка розовая. Летом листва зеленая. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.